Здравствуйте, уважаемые любители интересных зрелищ. Я Гамовер, это Бонус, и в эфире программа «От винта». Мы прикладываем все силы к тому, чтобы развеять настороженное отношение к компьютерам и компьютерным играм, существующие у некоторых людей. Считается, что виртуальный мир настолько необычен и интересен, что засасывает человека целиком, со всеми потрохами. Мы уверены, что этого не может быть, ведь наши сердца все равно принадлежат реальной жизни. Речь в этой игре идет о событиях Великой Отечественной войны. У нас сложилось мнение, что по уровню реалистичности противостояние далеко опережает все прочие тактические игры. Во-первых, здесь фигурирует только военная техника, которая действительно существовала в те годы. Причем изображается она со всей возможной тщательностью. Во-вторых, советские войска, если вы играете на нашей стороне, испытывают нехватку буквально во всем, тогда как противник прекрасно обеспечен и действует очень нагло. В-третьих, хотя вы и являетесь здесь абсолютным главнокомандующим, вы мало что можете изменить после того, как бой уже начался. Если вам доводилось читать воспоминания полководцев, то в некоторых строках вы должны были обнаружить признание в том, что в ходе сражения главный командир может мало что изменить. Его задача – правильно подготовить и расположить войска до начала боя. А в грохоте пушек на поле битвы все происходит в значительной мере стихийно. Вы не поверите, но одну из миссий нам удалось пройти только когда мы полностью отказались от вмешательства в действия подразделений. Иногда реалистичность игры становится даже несколько излишней. Скажем, вы никогда не знаете, какими силами располагает противник. Его танки и пехота появляются в буквальном смысле, как из-под земли. В некоторых случаях на расстоянии броска гранаты. Скорее всего, информация о немцах в те годы была столь же скупой. Но ведь мы говорим всего лишь о компьютерной игре. Так или иначе, но все равно приятно осознавать, что на рынке компьютерных игр стали появляться достойные отечественные продукты. Игра противостояния очень увлекательна и может доставить вам немало приятных минут. Видели? Это и есть взгляд робота. Очень популярная штука в последнее время. Им владеют терминаторы и прочая эксцентричная публика. И что же? Характер необратимо портится. Так что будьте осторожны в увлечении всякими модными вещицами. Нашу программу продолжит игра «Терминатор Future Shock». Название игры «Терминатор Future Shock» вполне оправданно можно было бы перевести как «Терминаторы. Будущее в шоке». И правда, есть от чего впасть в психопатологическое состояние. Но давайте по порядку. Как известно, в терминаторах больше всего понимают дети. А происходит это от повсеместного распространения трансформеров. Согласитесь, что от трансформера до терминатора один шаг. Но и мы кое-что смыслим в этом вопросе благодаря вовремя просмотренному фильму «Терминатор». И так наступило будущее. Власть в Соединенных Штатах Америки путем демократических выборов достается роботам, компьютерам и прочей электронике. Они устраивают грандиозную бойню, а оставшихся в живых людей помещают в лагеря смерти. Там же оказывается и главный герой игры, который, вопреки названию, никакой не терминатор, а вполне человек. С помощью друзей ему удается бежать из лагеря, и он примыкает к повстанцам.
Игра относится к категории 3D-экшен от первого лица. Вам предстоит выполнять различные миссии. Раздобыть то-то и то-то или разломать то-то и то-то. Вашими действиями руководят повстанцы, которые отсиживаются в теплом штабе и периодически шлют вам сообщения на пейджер. Интерфейс игры выглядит довольно мрачно. На экране всегда ночь, озаряемая лишь вспышками выстрелов. На вашу жизнь постоянно покушаются разнообразные роботы. В ответ вам приходится вести эффективный меткий огонь из различных видов стрелкового оружия. По мере развития действия вам предстоит осваивать кое-какие транспортные средства, джипы и летающие лодки. Вот такая вырисовывается картина. Если же вас интересует наше мнение, то мы за будущее без терминаторов и трансформеров. И, кстати, без пейджеров. Что же касается программы «Терминатор Future Shock», то мы не рекомендуем особенно увлекаться ей людям нервным и впечатлительным. Последствия могут быть самыми неожиданными. Самыми неожиданными. Самыми неожиданными. Самыми неожиданными. Самыми неожиданными. Ну вот и все на сегодня. Мы, пожалуй, пойдем. Гейм, как говорится, оба. В смысле? Спасский вопрос.